Катя больше не будет заходить в гости к соседям без разрешения и падать сквозь потолок. Потому что в предыдущей серии мы наконец-то сделали небольшой такой ремонтик. Залатали всю нашу квартиру после пожара. Но на этом праздник не закончился. В один момент алкаши со своими друганами решили заглянуть к нам в гости. Устроили здесь небольшую вечеринку. Ну, до тех пор, пока Катюха не шандарахнула каждому электрошокером. Где она электрошокер нашла, я сам не знаю. Но мне кажется, им плоховато было после такого. После этого я ей напомнил то, что она обещала выполнить челлендж – пробежаться голышом по свалке. Она, как обычно, сначала отмазывалась, но все же я ее уговорил. Она напялила купальник, ну и выполнила то, что должна была. Она даже бомжарам понравилась, они ее цветами забросали. И в один момент мне в голову пришел идеальный план. Катя отвлекает охранника свалки, а я... Ну, а я это я. Мне очень сильно приглянулся этот трактор. Я решил его просто одолжить. Мотор у него одолжить. Вот, украсть, если быть точнее, одолжить. Катюха, ты там давай ему ламбаду танцуй, а я выполню то, что задумал. Бутылки, шкаф, часы. Часы у меня есть. Айфон у меня есть, подожди. Ты что, трактор украл, что ли? Какой трактор? Нет, Катя, часы украл. Потом у нас ваза есть. Чёрт. Я спрашиваю, ты трактор забрал? Нет, никакого трактора нет. Потом у меня еще будильник есть, печка есть, шезлонки есть. Что? Чучело. Вот смотри, я еще на свалке чучело украл. Вот чучело поставим. Вот сюда чучело поставим. Вот кто к нам в гости будет приходить, допустим, алкаш опять придет, пересрется и уйдет обратно. Вот, пускай здесь стоит. Пошли, давай. Заходи, давай быстро. Катя, Катюха, смотри, что я старый взял. Это нам нужно? Вот смотри. Оно сзади тебя, можешь обернуться. Вот оно. Ну, в принципе, пальтишко вешать и курточки. Не, ну можно поставить в коридор. Подожди. Оно же одно есть уже. Давай это выкинем, а это поставим. Ну, тоже хороший вариант. Так, ладно, это заберем, это поставим. Дальше смотри, что есть. Смотри. Опа! Вот. Это мой, во-первых, как бы уголок, поэтому я думаю, что можно подвинуть чуть-чуточку вот сюда. Куда? Правее чуть подвинуть. Да. Сейчас, подожди, я сюда подвину. Не, ну, смотрится шикарно, в принципе. Большие такие часы. Хотя, подожди, нелогично. Часы возле часов. А, ну да, давай поставим их вот сюда. Давай вот сюда. Пускай пока здесь стоят. Короче, дальше. Ладно. Ваза. Смотри, держи вазу, цветы будешь выращивать. После вазы есть будильник, чтобы на работу не просыпать. Работа, подожди, сколько мы дней слишком с тобой уже... Слишком много часов. Сколько мы с тобой уже в Макдак не ходим на работу? Ой, ёшкины-матрёшки. Ну, по-моему, вот. Многовато, да. Поэтому будильник пригодится, да, потому что часов много, это да. Дальше смотри, что у нас есть. Эту чертову печку мы уберем. Смотри. Да... Нет, давай смотри, не надо. Смотри, дизайнерское решение, это называется... Давай нормальную печку оставим. Угу. Ну ладно, это можно на балкон, там, знаешь, шашлычки жарить или что-то такое. Или выбросим потом. Пожалуйста, давай выкинем это. Хорошо, тогда через балкон кому-то на голову. Отлично. Ага, дальше, смотри. Иди сюда, Катя, иди сюда, смотри. Это я у бомжара старый взял. Скажи, что ты хотел. Нет, не буду говорить. Скажи, пожалуйста, скажи, ну я же знаю, что ты хотела сказать. Чудесное кресло, нет, хамак. Нет, ты хотела сказать ля. Ну скажи. Скажи, я знаю, что прям хотелось всё, вырваться. Всё, не вышло, пойдем домой, заходи. Я заставлю ее когда-то сказать слово ля. Ладно, ты здесь будешь сидеть, загорать, хоть загорать ты не любишь. Дальше смотри, я нашел прапор какой-то, я не знаю, это, возможно, Уругвая или что-то такое. Вот смотри, я не знаю, пускай он будет у нас или не будет. Где? Когда географический кретинизм. Вот. Да посмотри. Нравится? Я не знаю, что это. Это Киргизия или Уругвай? Ну, прапор какой-то. Или новая... Это Майами. Майами? Кстати, я не знаю. И смотри, самое главное, что я старотыбзил, это вот это. Ну, я говорю, это мой уголок. И что в этом уголку ничего нет даже? Оставь тогда мне. Ладно, все, поставь. Поставь обратно. И что самое главное, Катюха, мы сегодня выполним наш план, который мы очень долго планировали. План планировали, уловила логику. Открывай двери. Опа, открывай двери. Двери открывай, быстро. Силач. Конечно, силач. Вообще, не я силач, а башка просто интеллектуальная слишком. Видишь, как я на башке могу мопед тащить? Пошли. Только двери открой, попросил двери открыть и дрить колотить. Я же не могу двери открыть, у меня мопед на башке.
Кать, двери открой! Бесполезная девушка, и закрой. Эй! Двери закрой, я тебя прошу, двери закрой! Да блин, ты калека, что ли, не можешь сам все сделать? У меня мопед на башке, как ты хочешь, чтобы я тебе двери закрыл? Наташка сейчас придет ограбить, пока нас не будет. Наташка, держи бутылку, еще одна. Пошли, 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 давай, быстро, 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 быстро! Я не Жан-Клод Кинг-Конг Ван Дам, чтобы это тащить километр подряд. Подожди, 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 подожди! Вот. Я не смогу его туда дотащить, докуда мы сейчас с тобой пойдем. И что нам делать? А, ну посмотри, у меня для тебя есть две новости. Первая — это то, что мы с тобой сегодня пойдем в ломбард. Какой потому что ломбард? Ломбард. А еще, Катюх, мы с тобой два дебила. Почему? Ты че угораешь? Потому что у нас с тобой 2 стареньких айфона, и подписчики под предыдущей серии прям все комменты заспамили, то что у нас даже бабок нет, чтобы заплатить за хату, и чтобы мы толкнули вот эти два телефона. Слушай, это гениально, по-моему. Гениально, гениально. У нас просто даже бабок нет, чтобы положить на счет и хотя бы звонить друг другу, поэтому мы с тобой топаем, продаем эти айфоны. Да че ты... Я не могу успокоить. Поэтому мы с тобой сейчас топаем, продаем эти 2 айфона, а все вырученные бабки мы с тобой впихиваем вот сюда. Вот, куда? Вот сюда, в байк, в байк. Так да. Может оставим там, накопим, я не знаю. Ща, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я просто здесь ты немножко... Чё я подумал? Сейчас. Я здесь все спрятал! Ты украл трактор! Ты украл трактор! Я украл трактор, все же, как... Да! Да куда? Иди сюда! Дэд Дидуган со свалки ничего не узнает. Сейчас, подожди. Эй, сейчас сбил. А, сейчас, да, я выйду вот сюда. Ничего себе, он быстрый. Вот, и нам сейчас как-то нужно дотащить этот мопед и этот трактор до автомеханика. Я тоже узнал, где он находится, где он своими вот этими делами занимается. И ну, вытащить... Я поехала. Да ты стой! Кать, стой! Вин Дизель в юбке, вернись сюда. Как бы нам... Дотащить его. Опа. А чем, может, на помойке что-то есть? Бомжары! Иди сюда, иди сюда, иди сюда. У бомжей здесь все есть. Бомжары, одолжите прицеп. А? Если, конечно, с тебя сишка и банка алкашки. Договорились. Сишка и банка. Да, ну чё, да, ну не будь жлобом, а? Мы тебе прицеп, а ты нам на пропитание. А, ну, сишки у меня нет, а банка алкашки, ну, пацаны... У меня сотка только есть. Короче, да, Кать, иди сюда. Ты где? Я им соточку откину с нашего семейного бюджета, хорошо? Да, на, вообще, на, смотри, на благое, конечно. На благое дело. Держите соточку. Опа, я беру... Сюда, разворачивайся, Кать. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Сейчас. Стой на меня, да слезь ты с этого трактора уже наконец-то. Слезь. Не хочу. Опа, это сюда. Сейчас берем мопед. Силач. Вот ты садись туда на прицеп, а я поеду. Посмотри, какая... Ты знаешь, куда ехать вообще? Ну, примерно, да. Так. Опа! Налево разворачивайся, налево, налево, не туда! Разворачивайся. По свалке, по свалке. Сейчас направо, 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 направо! Опа! Это прям эрон-дон-дон, если можно так назвать. Туда, 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 в яму, между ямами, да. И самый последний гараж. Вот, приезжаешь к нему, вот это пропускаешь, 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 и вот, вот, вот здесь, дальше, дальше, дальше. Самый последний, вот здесь припаркуйся. Вот здесь, чуть-чуть еще вперед, вперед, вперед. Да, вот так. Все, можешь слезать. А, еще, иди сюда. Перед тем, как мы постучимся к этому слесарю, Кать, ты сейчас реально очумеешь. Вот прям настолько сильно очумеешь. Помнишь, в предыдущей серии ты ныла? То, что на предыдущей серии мы не собрали 50 лайков, и ты зря бежала голышом. Ну, не голышом, в купальнике по свалке. Помнишь это, да? Ну да, да, конечно, помню. Знаешь, как такое забыть? Знаешь, сколько мы с тобой собрали на предыдущей серии? Ну-ка, ну-ка, расскажи мне. Где я голая бегу? Вот. Чего? В предыдущей серии, где Катя голышом пробежалась, вот впереди... По подсказочке на предыдущую серию обязательно ее посмотри. 100 лайков. Ну, как бы, если они не ленивые сорокатанцы, они еще влепят и лайкусик на эту серию, чтобы хотя бы догнать немножко предыдущую. Ладно, иди сюда, Катюх. Ты не расскажи, куда мы вообще пришли? К слесарю, этому автомеханику. Да, одуванчики, блин. Какие одуванчики? Они подцепляют. Открой! Откройте! Сейчас.
забери эту травушку-муравушку, а то сейчас подумают, что мы с тобой еще наркоманы. Да откройте дверь и дрить колотить! Ой, извините, я ее случайно сломал. Как-то она у вас легко открывается. Здравствуйте. А я вот прочитал, вы здесь слесарем работаете. У нас просто для вас срочная работа есть. Вот, выйдите сюда. В общем, смотрите. Еще не понимаю. У нас здесь есть трактор, а здесь есть мопед. В мопеде плохой двигатель. Нужно вытащить оттуда двигатель и в него вставить тракторский двигатель. Можно такую затею провернуть? Вынять двигатель, вставить двигатель, отсюда двигатель. Ну, можно. Вот, поэтому давайте мы загоним. Выгоните вот эту машину. Вытаскивайте эту машину на улицу. Сейчас, подожди, Катюха. Сейчас мы загоним. Давай. Плохие с вас какие-то водители нынче. И она обратно туда заехала. Ёперес, это... Да ты вперед, ну немножко дай газку. Сейчас. Вот, помаленьку, главное не шандарахнуться сюда в яму. Опа, вот так, нормально. Все. В общем, смотри, только прицеп не трогайте, потому что прицеп не мой, прицеп бомжарей. Им еще нужно вот это вернуть. Так, вот мопед. Сейчас дайте... Куда мопед? Куда мопед запиндюли? Куда мопед? Тяжелый, быстро давай говори. Нифига себе. Так, прицеп отцепляем, прицеп на улицу. Опа, вот сюда пускай. Здесь прицеп стоит. Сейчас еще немножко его вот сюда подвину. Вот так, вот, все. Это перекину туда, это туда, все понятно. Вот. Сколько это будет стоить примерно, скажите, пожалуйста, поменять мотор? Ну, примерно 2000. Два куска. Это нормально. Понимаешь, что даже у меня сейчас уже есть бабки 2000, чтобы поменять мотор, а мы еще даже айфоны не продали с тобой. Такой богачи с тобой, вообще кошмар. Пошли. Давай, быстро. Сейчас мы пойдем в ломбард. Это что, Супра, что ли? Вау. Слушай, а может мы его попросим в небольшом таком одолжении? Сейчас, подожди. Слышь, механик! Я думал, что ты. Сейчас, подожди. А мы можем тарантайку твою взять, нам в эту, в пятерочку сгонять нужно, там, молочко купить, лучок, там, еще... Шо она? Да мы быстро, мы туда пью-пу, 2 минуты, вот. Она вообще бензин в юбке. Ты бы видел, как она на тракторе гоняла. Она не моя. Да какая разница, твоя, не твоя, тем моя. Более. Тем более не твоя. Не жалко, значит. Ну, не в том плане не жалко. Мы как бы, мы сядем, в ней даже дышать не будем. Нос закроем, доедем, выйдем и вот. Да мы отвечаем обратно. Туда и обратно. Все. Ага. Уговори его, пожалуйста. Чувак, я всю жизнь на Супре мечтала покататься. Ну дай, пожалуйста. Там женщина просила масло поменять. Да какая разница, да я говорю, туда-обратно. Все, давай, Кать, иди сюда. Да, ничего не случится. Если случится, ну тогда случится. Но ничего не случится. Все, давай. Я за рулем. Давай, меняй. Кать, да дай мне хотя бы сегодня порулить уже минутку. Нет, садись. Ёперес-это. Кать. Что? У нас здесь проблема. Какая? Тут или вторая дверь не открывается, или я не знаю, я не могу сесть почему-то. Ну тогда беги за мной. Куда? Видишь, какая у меня баба. Сама уехала там, она меня вообще наплевать. Ладно, иди давай, иди чини свои тракторы. Да, хорошо, отвечаем. Кать, за тачку ты башкой отвечаешь, не я. Я здесь вообще не при чем. Хорошо. Давай, короче, побежали. За мной, точнее. Я побежал, она поехала. А, ну да, ты уже там стоишь, да? Да. Ну, конечно, ты уже здесь стоишь и ждешь, да, меня? Я вот это все расстояние пешком бежал, значит. Пошли, мы уже близко. Кого? Купите яблочки, капуста, мороженое недорого. Да не, бабуль, мы откажемся, мы вот сюда, к местному предпринимателю. У вас счет-то! Это же ломбард, бабуль. Нам здесь толкнуть айфончики нужно. Пошли, Катюха. О, боже мой. Давай, у вас счет там. Да не, бабушка, нам не надо ничего. Не, бабуль, как-то в следующий раз. У нас и так, мы сейчас намели, у нас, в принципе, ничего нет. Поэтому не, бабуль, давай. Да не будем мы ничего покупать. Бабуля, ты что такая настырная? Денег нет, у нас не будем ничего покупать. Не, ну мороженка здесь вкусно выглядит. Смотри какой, смотри. Синее хочу. Я сказал случайно не Катюха, а сказал Какунь. Надеюсь, ты не обижаешься.
Синее хочу мороженое. Да и все, пошли. Купи синее. Не-не, не будем лакомиться, пошли. Пошли, бабуля, в следующий раз купим. А у вас сигаретки есть? Сигаретки, там нам сигаретки нужно, не спрашивай. Зачем тебе сигареты? Не спрашивай, зачем сигаретки? Я же бомжам пообещал, они там за банку алкашки и за сигаретки. Есть сигаретки, бабуль? Точняк, вот, да. Нам сигареты нужны. Сигареты нужны. Мы как бы не курим за здоровое питание, пропитание, курение здоровое. Точнее, не курение. Две сигаретки есть. О, как раз таки, давай две сигаретки. Две сигаретки и спички, если можно. Это, в принципе, все, что нам нужно. С вас 50 рублей. Ну, бабуль, у нас здесь только соточка есть. Держите соточку, сдачу, пожалуйста. И сигаретки сразу же давайте. Ага, сдача, ага, спички, сигаретка. Еще одну сигаретку гони, еще одну сигаретку. Вот так, все, спасибо, бабуль. Все, все, пошли, пойдем. Пошли, Кать. Пойдем, так, пойдем. У вас что-то, значит. Да что тебе опять надо? Да мы уже купили, бабуль, на 50 рублей купили. Ну, отстань ты уже от нас. Пошли, Катюх. Че, в смысле еще? Алло. Медленно. Не-не-не, мы не купим, бабуль. Главное не испугать её. Не-не-не, бабуль. Да, бабуль. С кочерышкой вообще дружишь? Как там, склероз, наверное, маразматичка старая? Давай, забегай быстро, пока нас не порешало. Давай. Блин, Ашот, здорово. Здравствуйте, у Ашота, здравствуйте. Господи, у вас здесь бабульки с ножиками ходят. Это вы им ножики толкаете, я не могу понять. Салам пополам, сестра и брат. Здорово. Короче, вот, с чем мы к вам пришли, Ашотик, братик? У нас два айфона стареньких, десятых. У меня и у моей вот этой мадемуазели. Вот, держите. О, господи. Дай ему айфон. Вот, держи. Вот. Смотри. Ну, им вроде. Сколько им лет? Ну моему годика два. Два с половиной, где-то так. Не, какие два с половиной. Два годика ровно им скоро будет, вот. А, не, ну они как бы побитые. Вот лично мой телефон, ну, падал раз 200. Вот не буду лукавить, реально. За один 10 и за второй 10. В смысле 10? Он за сотку покупался. Кать, ну давай будем расценивать то, что это как бы два года назад было. И честно, он у меня в первый же день после того, как я его купил, упал на землю, и там прямо офигенная такая царапина, вмятина. Что ты, лошара? Как бы твой тоже десятку стоит, не только мой. Десятку стоит мой? Да. Ну ладно. Вот, смотри, 20 тысяч, это 2 месяца можно за хату платить. Ну, не 2, а там 12 тысяч в месяц все же. Ладно, давай, черт с ним! Лишь бы подписчики отстали и больше не говорили то, что у вас есть айфоны! Зачем вам айфоны? Все, продали мы их, нету айфонов. Все, сейчас зато у нас будет байк, на котором я буду рассекать, а Катя будет... Ты не любишь мотоцикл. Я буду кататься на нем. А это что такое? Где? Это освежитель пердежа. Чё? Кать, я хочу такой один. Давай купим, пожалуйста. Не вздумай. Давай один. Не вздумай. 200 рублей, Кать, всего лишь 200 рублей. Держите сразу же, так. 200 рублей, держите. Чё, вот. Всё хорошо, вообще с головой. Мы на эти 200 рублей можем день целый жить. Какой освежитель пердежа? Да посмотри, он можно пукать бесконечно, пахнуть не будет. Ладно. Ладно, пошли, Кать. Так, смотри, Катюх, айфоны мы с тобой толкнули, хоть и по дешевке, но все же 20 тысяч. Дофига. Сейчас мы заплатим механику за то, что он поменял нам двигатель после этого. Ну, слушай, у нас реально еще бабла есть просто на... Кого? Чё, чё ты экаешь? Сюда подошли. Бабуль, я ж тебе сказал то, что мы ничего покупать не будем, а это чё за шкет в балаклаве? Кать, потихонечку назад отошла, и ни слова не говори, я буду разговаривать, если что. Бабуль? Ага. А, ну слушайте, сейчас я бабки спрячу на всякий случай. Ну слушайте, Кать, как учили мы с тобой в сезоне Нубика? На раз, два, три, сиськи в руки, яйца в руки и побежали. Ага, деньги на бочку, ага, хорошо. А, в общем, держи, да, сигарету. Кать, в машину, быстро, побежала, давай, заводи мотор.